на рыбалку все равно не очень как-то ходить с такими ходулями. Милки Вей, Милки Вей! Эй, сыщик! Сыщик, ты что делаешь? Нахрена? Всем здоровья! С вами Джаз Сава, и это реакция на снова не за смеси челлендж. Как-то так, да? Хоть прошлая реакция тоже была не на за смеси челлендж, но на этот раз от другого канала у нас тут реакция, а именно на Академию Смеха 719 секунд смеха, лучше приколы ноябрь 2020. 139. Погнали смотреть. В видео присутствует немного мата. Да. Поэтому готовьтесь. Так. Мужик бежит. Почему-то в одних трусах. Я бы замерз бы, наверное, бы. Просто молодец! Да куда нахуй? Короче, приехали на рыбалочку. Сейчас половим. А где удочка, Русик? Вон. Сейчас половим, короче, это. Ну, сейчас... Академия смеха. Ладно. Темп пошел. Водитель у вас не очень, конечно, вообще. По городу ходит маньяк. Не слышала. Я вам сейчас покажу портрет, просто чтобы предостеречь, хорошо? Это сейчас ему будет портрет, да? Хорошо? Запомни, да, можно запомнить. Так я и думал. Если попадется, то сразу в милицию сообщать. Хорошо, ладно. Все, всего хорошего вам, до свидания. До свидания. Как это? Почему с космической станции утекает воздух и чем вызваны остальные поломки на ее борту? Может, потому что в ней дыры? А, ну или да, действительно. Это Дмитрий. На протяжении последних 10 лет парень борется с недугом. Он рэпер. Бывает, знаете. Ребят, совет для тех, кто копает колодец. Если вы слышите уже, осторожно, двери закрываются, пора вылазить. Откуда ну, здесь это будет сообщение? Спасибо, Славка. Спасибо. Трудности еще не отступили. Считаю необходимым штрафовать граждан в размере 5000 рублей. Вы придурки, нет? По 50 000 рублей. О, ну действительно, это другое дело. Тогда это может и будет работать. Это мне бегал мне. Уху! Не надо было нарываться на него, не надо. Сейчас он тебя вместе строит. Что такое Инстаграм? А, Инстаграм? Ну, чаще всего вот, по праздникам, по выходным, там, бывает. Что такое Инстаграм? Вы употребляете? Праздник, вы немножечко Инстаграм и нормально. Да. Да. Ну, блин, а кого вы спрашиваете об этом, а? Ну, конечно же, он не знает, что такое Инстаграм. Понятное дело. Hello, how are you? I'm under the water. Сколько забавно. Сантиметров ну, для вас и страшно. 15. Много. Выезжаем. Все меньше. Обидно. Да. О, боже. Ира, привет. Меня зовут Митя. Я видел твою балалайку и, надеюсь, покажу тебе свою. Оу, май. Ты серьезно? Хороший подкат. Я поглядел на все, у него торчит. Опа. Бабка, очень плохой тайминг. Да, согласен. Коротко о моих кулинарных способностях. Дрожи. Да, так я и думал. Это было слишком очевидно. Быстренько начали. Стучим себя по грудине кулачками и говорим на выходе. Делаем тунеядцы. Каждый день делать 20 раз себя по грудине с утра стучать. 3-4-5-0-D. О, молодцы, давай.
тихонечко бьем себя, так, чтобы не убить до смерти. Поделали, поделали. Хорошая учительница или кто это, блин, вообще? Вот еще лучше, да, действительно. Ну спроси меня что-нибудь. Ты знаешь, кто я? Ты дед. У тебя белые волосы, как у стариков. Ты некрасивый. Обидно, блин. Интересно. Ну ты мне нравишься. Интересно, когда я до этого момента дойду? Ух ты, это страшно. Я бы обосрался бы, наверное. Ну блин, это реально стрёмно. Тут даже нитки особо вообще не видно. Думаю, я понимаю реакцию. Тут нитки вообще нету. Во время карантина рукоблудие официально перестает быть смертным грехом. Черт возьми, ладно, до свидания. Все, пойду. Я тоже тогда пойду. Рум, ладно, пока. Ой, простите. Я не понял. А, понял. Все, спасибо. Орео шоколаде. Окей. Ну ничего страшного. Нет, не надо, они же дорого стоят. Ой. Сейчас собачка залает, наверное. Или... Так я и думал. Ой, блин. Собачка. Где немцы? Немцы там, за коровником. Погнали. Коровником? О, боже. Что такое? Ой, что это такое? Какая-то ящерица. Хочу себе такую ящерицу. Она прикольная. Боже мой! Я и мое зрение. Кремльский городок. Как я понимаю, вон палатки. Ёб твою мать, это не палатки. Это кладбище. Меня зовут Реймонд. Работаю в отделе облаков. Жестко. Нами никто не руководит, не направляет. Каждый день ты приходишь и делаешь облако любой формы. Да. Что ты там делаешь? Особенно такой. PlayStation еще. Нафига? Ты же говоришь, что денег нет. А эти цели запланированы. Деньги есть. Да, они, в принципе, всегда есть. Кот, он не в доумении. Чем ты взрослее, тем, короче, больше ты становишься адекватнее, и тем меньше в тебе токсичности становится. Ну, потому что... С тобой это не сработало. Закрой ебаться, нахуй, чёрт ебаный. Я даже пальцами не могу играть на гитаре, это я имею в виду про прошлый ролик. А он жопой ему может. Не понял. О! Знакомая музыка! Чего? Я не понял, подожди. Нет, я и не понял. Ой, да ладно, я это видел. Зато музыка здесь прикольная. Как зовут тебя? Ты мне рот не затыкай, я срать хочу, блядь. Ой, дурында, нафига? О, аниме. У меня наступление, Рейд. Зачем звал? Хочу кое-что показать. Прошу. Я робот. Чудесно, да. Давай видео заснимем. Давай. Сейчас, подожди. Я не буду это комментировать, пожалуй.
Я тебе резинку взял. Какая резинка? Это что за Настенька? Да это Серега прикалывается, все нормально. Это мужская цепь Арго. Великолепное украшение и красивый подарок. Согласен. Самое лучшее украшение для мужчины. Символизирует силу и мужественность и прекрасно подходит для любой ситуации. Где можно такую купить? Дайте мне номер. Дайте мне номер, чтобы такую купить, пожалуйста. Где находится? Где это? Где это? Где? Уходить на ходулях на рыбалку. Только маленький засасываешь. Да ты осторожнее, не упади! Нет, на рыбалку все равно не очень как-то ходить с такими ходулями. Милки Вэй, Милки Вэй! Эй, сыщик! Сыщик, ты что делаешь? Нахрена? Я меня с музыки жму! Взяли его носить с собой в городе, потому что... Я медленно достаю из кармана. Это боевые тампачаки. Боевые? Я не нанесу человеку ущерб и вред. Нет. Хорошо. К чему эти танцы были? Что со стрелкой? А, к этому бутыль. А, он хочет в нее попасть. Ну зачем так делать? Я никогда этого не понимал. Ну чё к чему, а? Вот зачем? Нафига так делать? Я не понимаю. Это же не засмейся челлендж. Не засмейся челлендж, а не обосрись челлендж. О, блин. Ну ладно. Ну что тут я могу сказать? В принципе... Видео было с матами, конечно же, но их, к счастью, было немного. Было где-то смешно, где-то кринжово. Где-то я вообще не понял приколов. Ну, в общем, нормас, самое то. Мне кажется, вообще даже прикольно. Мне кажется, даже посмешнее, чем прошлое видео получилось. Ладно, ребят, ставьте лайки и дизлайки этому видео. Подписывайтесь на этот канал, не забудьте прожимать на колокольчик, чтобы приходили уведомления о стримах и видео в будущем. Пишите комментарии. Рекомендуйте своим друзьям, знакомым это видео, если вы этого хотите, если нет, я вам не настаиваю. Ссылка на мою группу ВК, на мой Инстаграм, на плейлист с другими реакциями в описании под этим видео. Всем желаю здоровья и удачи. Пока.